Отвержен жутким мукам бесконечным, в узилище без права на прощение, владыка проклятых. Мечту лелеет падший о свободе, но нерушимы путы. Разорвать могучие оковы и разрушить в прах темницы стены дано лишь ангелу. И этот пробил час. Уже в пути орудие воли Ветрезена. Слуга, что самый верный из надежных, в его руках к свободе вожделенный долгожданный ключ. Недолго ждать осталось падшему отмщения. Вскоре затопит Невендар несметных легионов демоническое племя. Тысячелетия Бетрезен жаждал обрести свободу. И сейчас он как никогда был близок к заветной цели. На поиски посланца небес падший бросил все силы. И преуспел. Предводитель армии легионов, принц бездны Хаархус, выполнил приказ. Теперь наделенный высшей силой ангел находится в руках сильнейшего из проклятых, и лишь расстояние разделяет Бетрезена и ключ от его оков. Очередные смертники. Мне лучше. Веди меня, падший. Веди меня, падший. Веди меня, падший. Да. Не прошло и года. Веди меня, падший. Не подведу. Ага.
превосходно! Веди меня, падший! Да! Не подведу! Веди меня, падший. Крови. Ага. Бог, ее чувствуют все смертные. Мой гнев. Как я могу помочь? Благодарю, повелитель. Истина! Я вижу бездну. Выполню. Готов умереть! Благодарю, повелитель. Веди меня, падший. Мне лучше. Слабаки. Вперед! Что?
Ага. Веди меня, падший. Веди меня, падший. Ее чувствуют все смертные. Легче. Так, легче. Слабаки. Мне надо это делать? Ты про что? Ты про что? Мне надо это делать? Слабаки.